Так, друзья, всем привет. Хотел рассказать, куда я делся, поскольку на канале долгое время не было видео. Вот, значит, показываю, чем я занят. Значит, занят я постройкой гаража в одну тягу, скажем, почти в одну. Довольно тяжеловато. Значит, вот, чтобы вы понимали уровень здесь. Здесь уровень 70 сантиметров, там уже побольше. Значит, готова яма уже, выложена кирпичом. Значит, сделаны окна, короче, щиты, чтобы малые не упали туда. Значит, здесь всякий рабочий хлам такой. Обои собираю для заливки. Днище. Пола, короче. Мешалка, значит, фундамент, опалубку не снимал снаружи, так как высота большая. У меня уровень с улицы, короче, 10 сантиметров, гараж выше над уровнем улицы получается. Значит, деревья оставил, соберу урожай, попилю. Вот так это, что касается моего исчезновения. Значит, вода пока льется здесь, загибал вот так крышу, старый сарай, отодвинул все, чтобы не текла вода в сам гараж. Вот с этой части еще течет по чуть-чуть, но я буду ставить шишблок, убирать, и будет текти за гараж, чтобы не текло вовнутрь, потому что вчера был дождь, а сегодня последний день снять. Сегодня привожу блок и буду вылаживать. Здесь, значит, насыпано грунтом, вот видно, ничего не трамбовал. Вот это вшла вода, получается, с крыши. И все просело. Было усыпано вровень, даже выше немножко земли. Вот так садится земля, без трамбовки пока. Значит, для заливки внутренности пола буду трамбовать, короче, землю. Это вибростолом. И заливать потом обычную стяжку пока. Плитку, ничего такого пока не думал. Потому что зимой будет обычная плитка скользкая, а тротуарная... довольно дорого получается. Вот это что касается гаража. И куда делся, короче. Еще помимо этого гаража ковыряюсь еще в двух местах. Тоже это у себя, короче, делаю. Потом покажу. Ну, что получится вообще. Гараж 8 на 5 где-то. Понаружи. Так, друзья. Вот, утром снимал, короче, подготовительные работы под блок. Показывал, не показывал, высота фундамента вот почти по пояс. 70 и больше сантиметров. И буду гнать гараж, получается, это высота над улицей 10 сантиметров. Выше нельзя, потому что слишком много лить фундамент, да и соседки закопаем, короче, ее. И окна нам по колено будут. В итоге, короче, привез блок, где-то 13 кубов почти, 12,5. Манипуляторы у нас не разгружают, у нас глухомань, скажем, такая. Блок есть, манипуляторов нет. Что буду делать дальше, покажу. Разгрузил по краям, чтобы удобно было ходить по кругу и ложить. Для того, чтобы не таскать с улицы. Так что так. Все, по ходу дальше, как буду делать, ложить покажу. Пока так.